практически все неповторимые и блистательные. Но этот романтичный вальс, я думаю, вы запомните навсегда, потому что его исполняют шестикратные чемпионы мира среди профессионалов Арунос Бижокас и Катюша Демидова. Медленный, красивый, элегантный, романтичный вальс. Специально для этого концерта в России и в Москве. Я думаю, что этот танец – это дань уважения Катюши Арунуса, гениальнейшей из гениальных балерини века Майи Михайловне Плисецкой. Это просто дань уважения и памяти. Волшебная музыка, которая приносит в нашу память образ нашей любимой балерины, которая недавно ушла из жизни. А Катюша Арунос средствами своего искусства танцует эту прекрасную музыку. Это скрипичный вариант «Лебедя». Мне кажется, он звучит немножечко более оптимистично. Оптимистично, как, я надеюсь, должна быть наша жизнь, потому что мы всегда ждем чего-то позитивного, лучшего для нас, для наших детей, для нашего будущего. А лебедь – это прекрасное существо, которое является символом красоты и изящества. Сенс памяти Майи Плисецкой. Спасибо, Арунос и Катюша, за это прекрасное выступление. Арунос Бижокас и Катюша Демидова, браво! Потрясающая элегантность, утонченность, красота и изысканность этого танца. И аплодисменты шестикратным чемпионам мира. Организация здесь, такого на этом проекта, в 2017 и 2018 году, два года подряд чемпионаты мира среди профессионалов. Мы будем счастливы, если вы дотанцуете до этого времени и вновь два раза подряд еще раз станете чемпионами мира. Ваши аплодисменты!